ознакомить вас с лауреатами областной премии имени Рахманинова, с отдельными исполнителями, с творческими коллективами, тем более, что в сердцах этих исполнителей музыка Рахманинова прописана навечно. Коллектив Тамбовского колледжа искусств удостоен высокого звания лауреат областной премии имени Сергея Рахманинова за многолетнюю плодотворную музыкально-просветительскую деятельность и подготовку творческих кадров. Постановлением мэра города Тамбова в декабре 1992 года детская школа искусств реорганизована в колледж искусств. В 1993 году проведен первый набор студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Сегодня Тамбовский колледж искусств – самобытное звено в сфере музыкально-педагогического образования Тамбовщины. Колледж ежегодно проводит областные международные конкурсы, ведет большую творческую работу с одаренными детьми. Колледж искусств гордится своими творческими коллективами, например, ансамблем скрипачей, который создан по инициативе директора заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Юрия Александровича Толмачева. На протяжении почти 2,5 десятилетий ансамбль скрипачей принимает самое активное участие в музыкальной жизни Тамбовщины. За эти годы ансамбль узнали и полюбили многие поклонники классической музыки. Благодаря именно этому коллективу они услышали удивительно свежее и необычайное звучание давно известных сочинений. Коллектив ансамбля и его руководитель Вера Юрьевна Дубок умеют сделать любой процесс музыкального исполнения для публики наслаждением. Особое место в репертуаре ансамбля скрипачей занимают произведения Сергея Рахманинова, с которыми коллектив выступает в культурных акциях, посвященных великому музыканту. В 2018 году ансамбль скрипачей удостоен звания лауреата областной премии имени Рахманинова. Один из самых больших творческих коллективов области – Тамбов-концерт. Также удостоен почетного звания лауреат областной премии имени Рахманинова. Организация основана в 1938 году и прошла путь богатый смелыми планами, творческими дерзаниями. Путь служению музыкальному искусству. Сегодня Тамбов-концерт объединяет профессиональные творческие коллективы и солисты, которые известны не только в области, но и за ее пределами. Отрадно осознавать, что прекрасные традиции музыкального просветительства, заложенные в филармонии в первые годы концертной организации, сохраняются и в наши дни. Ныне Тамбов-концерт – это центр музыкальной жизни области, это профессиональная общность, способная нести слушателям радость, вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. Коллектив оркестра «Россияне» Тамбов-концерта, созданный в 1991 году, отличает высокое профессиональное отношение к делу пропаганды национального русского искусства и народных традиций Тамбовского края. «Россияне» – участники многих международных и отечественных фестивалей и конкурсов, удостоены престижных званий и наград. Bye.
солистка Тамбов-концерта Марина Леонтьева, обладатель гран-при первого конкурса вокалистов в рамках Международного музыкального фестиваля имени Сергея Васильевича Рахманинова. Марина работает в концертной организации с 1997 года. Зарекомендовала себя певицей с широким репертуарным диапазоном. Артистка, обладая незаурядными творческими способностями и истинной натурой просветителя, постоянно ищет и находит новые формы донесения до слушателя вокальной музыки. Много внимания уделяет певице работе по созданию новых концертных программ. Вокалистка обладает обширным репертуаром, в нем более 200 произведений русских и зарубежных композиторов. Особое место в репертуаре певицы занимает вокальная лирика Рахманинова. Выступление Марины Леонтьевой всегда отличает творческая индивидуальность, яркая подача материала, современная тактика исполнительства. Слушая романсы Рахманинова в ее исполнении, приходят на память строки поэта «Сирень, начало века, Рахманинов, любовь». Почетного звания лауреата областной премии имени Сергея Васильевича Рахманинова удостоен один из выдающихся пропагандистов и популяризаторов творчества Рахманинова Олег Алексеевич Казмин, заслуженный работник культуры Российской Федерации, хоровой дирижер, педагог, журналист, краевед, музыкальный и общественный деятель. Олег Алексеевич десятки лет ведет широчайшую музыкально-просветительскую работу, которой присущи высочайшая профессиональная эрудиция, интеллигентность и духовная щедрость. Тамбовчане знают и любят творчество прославленного мастера. Олег Алексеевич имеет свое точное предназначение – сохранять и популяризировать национальную музыкальную культуру, творческое наследие великого Рахманинова. Олег Алексеевич Казмин – руководитель многих изданий краеведческого характера. Он автор программ очерков книг о Сергее Рахманинове, его творчестве, его окружении, увековечивании памяти великого музыканта. Его краеведческие публикации появляются в местных изданиях на протяжении более чем 5 десятков лет. Издание книг «В Ивановку я всегда стремился», «Сергей Рахманинов на Тамбовской земле», «Созвездие Тамбовская лира», Рахманиновские места в Тамбове стали символом истинной духовности и непроходящих ценностей, творческим памятником рахманиновскому наследию. Предки Сергея Васильевича Рахманинова проживали в Козловском уезде Тамбовской губернии еще в начале 18 столетия. В 1895 году музыкант подал прошение в губернское дворянское собрание о причислении его к тамбовскому дворянству. Это было связано с тем, что и отец, и дед, прадед были приписаны к тамбовскому дворянству. И как бы продолжая эту традицию, Сергей Васильевич сделал это. И надо сказать, заявление было подано весною, а летом уже он получил удостоверение со званием титулярного советника.
В 1909 году Рахманинов приезжал в Тамбов, чтобы проверить работу музыкального училища. Как писали в своих воспоминаниях современники Сергея Васильевича, после окончания специально устроенного для московского гостя ученического экзамена и отчетного концерта, ревизора, как водится, пригласили в ресторан при Михайловской гостинице. Многие десятилетия после 1917 года тут была гостиница «Интернациональная», затем «Дом милосердия». За ужином преподаватели музучилища беседовали с Рахманиновым о том, как прошел экзамен, концерт. А вот в том месте, где сейчас областная Пушкинская библиотека, до революции стоял Уткинский храм. Он славился своим знаменитым церковным хором. Под руководством Михаила Гайдая этот коллектив участвовал в смотре хоров. Уткинская церковь заняла первое место. Рахманинов, посещая Тамбов, и не мог не заглянуть в это святое место по двум причинам. С одной стороны, он любил слушать церковное пение, а с другой стороны, он любил колокольные звоны. И с этой точки зрения, наверное, уместно будет сказать, что Уткинская церковь тоже является таким, являлась памятным местом для Рахманинова. Рядом с Ленинской площадью располагается бывшее здание детского мира. Теперь ему вернули его историческое название – дом Шоршорова. Известно, что в имении жены Рахманинова, Натальи Александровны Сатиной, звучало одновременно 4 рояля. Конечно же, их везли в Ивановку не только из Москвы. В торговом доме Шоршорова было множество магазинов, в том числе музыкальный Рорбаха. О том, что там бывал Сергей Васильевич Рахманинов, говорится в архивных документах. Кроме того, великий музыкант очень увлекался сельским хозяйством. В 1910 году он посадил в Ивановке 120 вётел. В частности, говорится о том, что вот в доме Шоршорова находился магазин Рорбаха с улицы Гимназической. Он именовался магазин музыкальных инструментов и нот. А с правой стороны от нас с вами были сельскохозяйственные товары. И вот в письмах Сергея Васильевича Рахманинова есть указание о том, что он сажал сам вётла, сам участвовал в сельскохозяйственных работах по уборке урожая, наблюдал за этим. И поэтому вот для нас с вами дом Шоршорова стал вот тоже своеобразным памятным местом, связанным с Рахманиновым. Областная премия имени Сергея Рахманинова присуждена музыканту, который проявил особое внимание к творческой деятельности великого русского композитора. Это народный артист России, пианист Николай Луганский. С 1998 года Луганский Николай Львович преподает в Московской консерватории по классу фортепиано и является солистом Московской филармонии. Репертуар пианиста необычайно широк и включает произведения музыкальной классики различных жанров, стилей и эпох. Прославляя русскую пианистическую школу, пропагандируя произведения русской и мировой классики, Николай Луганский с особым чувством относится к музыке Сергея Рахманинова и считается лучшим ее исполнителем. Николай Луганский искренне любит Тамбовский край, внимательно следит за происходящей жизнью в области, принимая в ней непосредственное участие, используя свой творческий потенциал. С 2012 года Николай Львович является художественным руководителем Международного музыкального фестиваля имени Рахманинова. С 2006 года неоднократно участвовал в его концертах. Николай Львович Луганский многие годы участвует в возрождении, становлении и развитии музея Ивановка. Ежегодно в усадьбе он дает благотворительные концерты, проводит мастер-классы для молодых музыкантов и одаренных детей. Луганский поддерживает музей материально в создании музейных экспозиций, в создании новых построек, приобретении инструментов. С 2008 года Николай Львович – почетный гражданин Ивановки. Директор музея-заповедника Рахманинова Александр Иванович Ермаков писал: «Все самое интересное, что появилось в Ивановке за последние десятилетия, появилось именно благодаря Николаю Львовичу. Присуждение ему областной премии имени Сергея Рахманинова – это высокая оценка его просветительской и меценатской деятельности».
Дорогие друзья, заканчивая наш рассказ, хочется также напомнить, что в разные годы лауреатами областной премии имени Сергея Васильевича Рахманинова становились заслуженные работники культуры Российской Федерации, преподаватель ТГНПИ имени Рахманинова Наталья Митрофановна Колпакова, хоровой дирижер из Инжавина Дробышева Алевтина Алексеевна, танцевальный ансамбль «Лукошка» из Мичуринска, а также Рахманиновский центр областного краеведческого музея.